заряд ПЗ ВЗЗ-2, который идет в комплекте как раз вот с этим поплавком, для которого предназначено для проделывания отверстий в корпусах цистерн, там, где хранятся горюче-смазочные материалы. Это лишь часть арсенала, который изъяли у террористов сотрудники СБУ. Как удалось выяснить новостям АТН, спецоперация продолжалась в течение всех пасхальных праздников. Боевиков задерживали по отдельности. Большинство оружия и боеприпасов также собирали по разным адресам. Гранатометы, реактивные огнеметы, автоматы Калашникова, подствольные гранатометы, снайперская винтовка Драгунова, пистолеты, мины СПМ, пластид и еще много чего смертоносного было завезено в Харьков нелегально. Во время задержания стало известно, члены группы украинцы. Самый старший 1968 года рождения, младший 1983. Все члены группы задержанные дают показания. Их подозревают в совершении терактов и диверсий, которые происходили в Харькове в течение 2014-2015 года. Координировал их деятельность лидер оплота Евгений Жилин. В частности, следователи подозревают боевиков в обстреле из гранатомета одного из отделений Приватбанка в июле 2014 года. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Следующий эпизод – теракт у Харьковского областного военкомата в августе 2014 года. Здесь тоже обошлось без жертв. Третий случай – взрыв возле офиса волонтерской организации в феврале 2015 года. И последний эпизод – подрыв железнодорожной цистерны. По информации пресс-секретаря Харьковского областного прокурора Виты Дубовик, троим задержанным уже избрана мера пресечения – содержание под стражей. По остальным членам группы работа ведется. Спецоперация на Харьковщине продолжается. Как сообщил пресс-секретарь Харьковского СБУ Владислав Абдулла, по оперативным данным, эта группа готовила очередную диверсию на ЖД-транспорте, но ее удалось предупредить. Наталья Белокудрия, агентство телевидения новости.